Так, друзья, для тех, кто недавно зашел в наш проект, рассказываю. Смотрите, вот сейчас я открыл одну из статей, которая мне очень нравится, которая ярко показывает, что это за проект и куда вы попали. А в этой статье, как вот есть надпись такая, капитализация Airbnb составляет 35 миллиардов долларов, а им не принадлежит ни один отель. И вторая надпись, капитализация сервиса Uber составляет 35 миллиардов, а им не принадлежит ни один автомобиль. О чем это говорит? Что есть некие сервисы, которые соединяют спрос и предложение. Это называется маркетплейсы, которые соединяют людей, которые ищут гостиницы, с гостиницами, которые, в общем, человек, когда ищет гостиницу, он заходит на Airbnb и находит себе жилье туда, куда он собирается поехать, отдохнуть, чтобы снять там жилье. И для этого есть такой сервис Airbnb. Вот стоит такой сервис 35 миллиардов долларов, потому что он работает во всем мире. И еще есть один сервис, называется Uber. Это сервис по заказу такси. Служб такси очень много, но один из них это Uber, который позволяет соединить людей, водителей такси, с теми людьми, которые заказывают такси. И такой сервис стоит 73 миллиарда долларов. То есть обыкновенное приложение, которое клиент через это приложение может заказать себе водителя такси. Оно работает во всех многих странах. И такая вот, такой marketplace стоит на сегодняшний день больше, чем 73 миллиарда долларов. Почему так происходит? Потому что этот сервис легко масштабируется. Он работает в любой стране, в любом городе, в любом населенном пункте, где может работать. Там, где он провел свою рекламную кампанию. Теперь давайте по поводу Uber немножко углубимся дальше. Вот у Uber есть такая штука, как партнеры. Вот я в Google забил такое название «партнер Uber». И здесь вот видите красные точки в Украине, в России есть. Если мы приближим, допустим, город Киев. Сейчас оно немножко прогрузится. Вот видите, сколько партнеров Uber в городе Киеве. Это сервис, который тоже имеет партнеров, как и мы точно так же, который предоставляет возможность этим людям зарабатывать на водителях такси. Таким образом, сервис водителей такси регистрируется с помощью партнеров в сервисе Uber. Uber берет свой процент за заказ, и партнеры получают свой заказ, процент за заказ. Вот, например, один из сайтов, партнер Uber берет 5% комиссии с каждого заказа. То есть это действующая модель на сегодняшний день. Вот еще раз повторюсь, что капитализация Uber составляет 73 миллиарда долларов, а в этом сервисе есть партнеры, которые зарабатывают на водителях такси. И вот один из сайтов, который они есть, что партнер Uber собирает 5% от комиссии. Как это происходит? То есть, когда этот партнер приглашает какого-то водителя в Uber, этот водитель начинает работать в системе Uber. Вот, получается, что в таком сервисе есть возможность людям обыкновенным создавать партнерство и зарабатывать 5% от комиссии. Что это такое 5% от комиссии? Это когда водитель такси делает заказ через Uber, Uber выставляет процент, и 5% вот этой суммы попадает партнеру. Таким образом, партнеры зарабатывают на каждом заказе. Если водитель сделал 5, 6, 7, 10 заказов в день, то с каждого заказа ему капает 5%. Вот это называется партнерство в такой знаменитой фирме, как Uber, которая стоит 73 миллиарда долларов. Теперь перейдем к следующему сайту. У нас есть вот такой вот сайт. Здесь написано, что компания ТЭС вложила 12 миллионов долларов в компанию Юду. Юду – это российский сервис по поиску услуг. Вот Юду привлек, значит, МТС прибыла, значит, компания МТС приобрела 13,7% акций Юду. То есть вот они вложили 12 миллионов долларов, а им дали за это 13,7%. Это о чем говорит? Что есть у компании 100%, из этих 100% они отдают 13,7% за 12 миллионов долларов. Теперь давайте посмотрим, что же это такое за сервис Юду. Вот
Это российская компания, в которой более 2 миллионов 300 тысяч исполнителей, то есть тех людей, которые оказывают услуги в разных сферах. Вот. И они оказывают услуги вот здесь, вот курьерские услуги, уборка помещения, там разработка ПО, дизайн, красота, установка, ремонт техники, компьютерная помощь, фото, видео и так далее. Вот ремонт транспорта. Вот 2,5 миллиона людей, 2 миллиона 300 тысяч людей, которые оказывают услуги через этот сервис. Мы раньше видели, что этот сервис привлек в общей сложности 87,5 миллионов долларов. Для чего? Для того, чтобы рекламировать этот сервис в городах России. Он работает на сегодняшний день в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, и там 5, 6 или 7 городов еще, в которых он работает. То есть где-то в 10 городах России там есть около 2 миллиона 300 тысяч исполнителей. Это те люди, которые через этот сервис получают заказы. И давайте посмотрим, как этот сервис работает. Вот я всегда привожу пример на самом простом. Там найти сантехника, допустим. Вот мы зашли на сайт, который стоит очень дорого, мы уже определились. Он соединяет людей, которые оказывают услуги, с людьми, которые эти услуги ищем. И вот я сейчас выступаю в роли клиента, пытаюсь через этот сайт найти, допустим, того же сантехника. Технические работы. Вот мне выскочило. И заказать. Вот мне вторая страничка открывается на этом сайте. На этом сайте я иду. И тут написано, что надо опишите свое задание. Я что нужно сделать? Выбираю сантехнические работы, нажимаю кнопочку «Далее». Мне здесь надо выбрать адрес, город, адрес и так далее. Где-то вот это вот, чтобы заполнить вот эту информацию, человеку надо потратить где-то, ну, 4, 5, 7 минут. И когда он заполнит эту информацию, он перейдет до второго пункта получения откликов. А к чему я это веду? Что у нас есть конкурент в России и в Украине есть конкуренты по нашему сервису. Но насколько это удобно для людей? Давайте посмотрим теперь наш сайт. Вот точно так же как работает наш сайт. Алгоритм совсем немножко другой. Не надо вот это вот заполнять такую простынь. А мы просто-напросто указываем точку места на карте, где мы находимся. Вот мы перемещаем свою точку, и здесь меняется адрес. Вот, допустим, мы находимся здесь. Нам нужно найти тех же сантехников, домашний мастер, сантехнические работы. И вот нам сайт показывает всех сантехников, которые находятся недалеко от нас. То есть, вот по сравнению с этим заказом, мы намного быстрее показываем всех людей, которые оказывают услуги недалеко от того места, где вы находитесь. То есть вы сразу можете выбрать специалиста и на карте по расстоянию, или здесь выбрать из списка. Вот такой простой алгоритм, который мы запускаем. И мы считаем, и не только мы, многие люди, которые посмотрели наш сервис, говорят, что да, ребята, это интересный сервис, и он имеет право на жизнь. То есть он имеет право для жизни для двух категорий людей. Для тех людей, которые оказывают услуги, они могут создать услугу, зарегистрироваться исполнителем в одной или нескольких категориях и оказывать услуги через наш сервис. Это водители такси, сантехники, электрики, мастера всевозможные и так далее. Вот, это те люди, которые оказывают услуги. Любой человек может зайти на этот сайт и найти этих людей. Причем найти очень быстро. Вот как вы обратили внимание, я поставил точку, нажал сантехника, и мне сразу показалось 20 сантехников. Я их могу выбрать по расстоянию, по рейтингу, по отзывам, по цене, по портфолио, по разным параметрам. Это, знаете, как в магазин заходишь покупать какой-то товар. Там не лежит один товар, а их лежит несколько, много видов, и ты выбираешь по цене, по названию фирмы, по отзывам и так далее. Точно так же и здесь мы можем выбрать любого специалиста из любой категории. По сути, мы создаем сервис, который называется супермаркет услуг. Почему супермаркет? Потому что даже в этом же Юду здесь такси заказать невозможно. А на нашем сервисе можно переключиться кнопочкой и заказать такси. Причем можно заказать тремя способами. Заказать сейчас, заказать на время. Ну, указать, допустим, предварительный заказ, если вам нужно на завтра в аэропорт, допустим, поехать. И поиск ближайших автомобилей. Точно так же, как здесь будут показаны ближайшие автомобили к той точке, где вы находитесь. И вы можете посмотреть ближайшие машины, которые здесь находятся, и позвонить тому водителю, который находится или ближе, если вы спешите, или выбрать другую марку автомобиля или класс автомобиля.
и ценовую категорию определить и так далее. То есть мы делаем супермаркет услуг, который позволяет очень быстро найти, сравнить и выбрать абсолютную любую услугу, которую оказывают люди через руками, ногами, мозгами, с помощью инструментов или с помощью транспорта. То есть если взять, допустим, количество категорий в фильме «Юду», давайте немножко назад вернемся сюда. Сейчас, если оно загрузится у нас. Вот посмотрите, сколько у нас категорий здесь в этом сервисе. То есть 27 категорий, и каждая категория имеет кучу подкатегорий. А в Юду здесь у них тоже немало. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. У них 17 категорий, у нас 27. Кроме этого, у нас еще и есть заказ такси. И тут возникает вопрос, можем ли мы конкурировать с такой компанией, как Юду, которая стоит охрененных денег, 20, 80, 80, 87 миллионов долларов, которые привлекла и вот создала такой сервис. Я думаю, что можем. Почему? Потому что нам достаточно начать рекламную кампанию и развивать свой проект будем по городам. То есть берем город. В данном случае мы будем запускаться с города Киева. И будем проводить рекламную кампанию в городе Киеве на протяжении 3 месяцев. То есть 3 месяца подряд должна идти мощная рекламная кампания, чтобы люди, которые проживают в Киеве и Киевской области, узнали о нашем проекте и начали им постоянно пользоваться. Вот. Для того, чтобы провести такую рекламную кампанию, все-таки нужны деньги. Потому что мы будем проводить рекламную кампанию только в Киеве, мы будем проводить во всех миллионниках Украины. В Запорожье, Днепропетровске, Одессе, Харькове, ну вообще в миллионниках, а потом наши планы перейти в ближнее и дальнее зарубежье, потому что те же компании Airbnb и тот же Uber работают во многих-многих странах, ну будем говорить 90% стран, в которых они представлены. Почему бы нашему сервису тоже со временем постепенно не развиться на весь мир, куда нас примут. Что значит примут? Ну, есть такие страны, которые не пускают, тот же Uber, например, Китай не пускает. Вот. Ну, 80% стран, конечно же, пользуются этими сервисами, поэтому они так дорого стоят. Вот, опять же, вернусь, 35 миллиардов капитализация сервиса по заказу гостиниц и 73 миллиарда сервис по заказу такси. А мы объединили это все в одно место. У нас и гостиницу можно заказать, и такси можно заказать, и ногти покрасить, и собачку постричь, и мастера вызвать по ремонту электронной или бытовой техники. Но для того, чтобы этот сервис динамично развивался, необходимо проводить рекламную кампанию. Рекламная кампания – это очень дорогое удовольствие. Вот, допустим, взять город Киев. Чтобы провести 3-месячную рекламную кампанию, необходимо 150 тысяч долларов. Это приличная сумма, с одной стороны, но по сравнению с привлеченными вот этими суммами, это небольшая сумма. То есть, если мы тут ребята 12 миллионов долларов привлекают, то мы всего лишь привлекаем 150 тысяч долларов, чтобы провести рекламную кампанию в городе Киеве. Опять же, нам понадобится привлечь потом деньги, чтобы привести рекламу в Харькове, в Днепре, в Запорожье, в Одессе, во всех городах-миллионниках. И когда мы будем проводить в одном городе, в другом, в третьем, четвертом, нам понадобится в каждом городе опять же, очередная сумма для того, чтобы опять там провести 3-месячную полноценную масштабную рекламную кампанию, чтобы люди узнали и начали пользоваться. То есть наша тактика, берем город, 3 месяца рекламируем, начинаем зарабатывать. Берем следующий город. Ну, смотрите, я, в принципе, на экране все вам показал, что наша задача сейчас собрать деньги на рекламу в Киеве, потом будет задача, чтобы собрать деньги на рекламу в Одессе и в Харькове. Для того, чтобы эти деньги собрать, мы создали партнерскую программу, которая позволяет собрать эти суммы. Значит, что получается, что вот эти 150 тысяч долларов, чтобы собрать, необходимо 1000 партнеров. И вот у меня есть хорошая новость и плохая. Раньше я говорил, что 1000 партнеров, я думал, у нас равномерно будет продаваться партнеры, пакеты более дешевые, дорогие, более дорогие. Но вот последний месяц показало, что все-таки у людей денег мало, в основном берут пакеты стартовые и базовые. То есть у нас будет немножко, не, может быть, не 1000, может быть, 1100, 1200 надо будет набрать человек, чтобы собрать эту сумму.
С одной стороны, это плохая новость, а с другой стороны, хорошая. Объясню, почему плохая, почему хорошая. Плохая, потому что надо будет набрать больше партнеров на 100-200 человек. Плюс-минус 100-200 человек. 1100-1200. Это плохая новость. Почему? Потому что люди не покупают, мало людей покупают дорогие пакеты, стандарты, премиум. Больше покупают стартовых пакетов, больше покупают базовых пакетов. Соответственно, чтобы выйти на эту сумму, у нас не хватит 1000 партнеров. Это плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что каждый партнер – это, как говорится, как я говорю, боевая единица, которая будет помогать в раскрутке этого проекта. То есть, вот смотрите, мы сейчас занимаемся тем, что мы пишем лайки, комментарии в постах, которые привлекают партнеров. То есть, вот мы создали такую систему, чтобы, вот когда я начинал этот проект, у меня было сначала, что не надо было партнеров, надо было партнеров приглашать. А потом я понял, что люди многие не умеют приглашать, поэтому разработал алгоритм, по которому мы даем вам 5 партнеров и исполнителей без приглашения. Вот этот алгоритм, когда мы разработали, сейчас это работает таким образом. Вы пишете лайки, комментарии под постами в группах, связанных с заработком в интернете. Вот, а это целевая аудитория, то есть мы пишем конкретно в группах, которые называются «Работа в интернете», «Заработок в интернете», «Работа на дому», там инвестиционные какие-то моменты. И таким образом мы в целевую группу выкладываем пост, используя алгоритм Фейсбука. Каким образом? Чем больше лайков, комментариев под этим постом, тем больше Facebook показывает информацию про наш пост. И эти люди знакомятся с нашим проектом в нашем чат-боте, кто-то становится партнером, и, соответственно, этих людей подписывают под вас. То есть вот 95% людей не умеют приглашать, и поэтому создан такой алгоритм, когда вы получаете партнеров и исполнителей без приглашения, за счет вот этих вот простых действий, которые занимают от 15 до 30 минут в день. В зависимости от того, как кто научился делать, ну, у меня лично уходит на это где-то 15 минут, у кого-то может быть 20 минут, у кого-то 25-30 минут в день в любое удобное время. И за счет этого вы получаете партнеров. Но те люди, которые умеют приглашать, они зарабатывают гораздо больше, потому что у нас сейчас идет акция, которая позволяет выплатить партнеру. Если, допустим, кто-то из вас пригласил партнера, то он получает практически 25% от стоимости пакета того, который купил человек, которого вы пригласили. То есть, по сути, вложивший один раз деньги, вы можете пригласить 4 человека и вернуть вложенные деньги и получить уже пожизненный доход от нашего сервиса. Значит, давайте сейчас остановимся. Я вот вам рассказывал, что Uber тоже имеет партнеров. Вот, и такую же партнерскую программу создаем мы. Суть заключается в том, что мы вам даем исполнителей в кабинет, и каждый раз, когда они будут делать заказы, каждый раз, это будет видно в вашем кабинете, будет отображаться, что такого-то числа, в такое-то время, такой-то исполнитель получил заказ, выполнил его, и вы заработали с этого заказа такую-то сумму. И даже вы будете видеть отзыв от клиента, если клиент напишет на этого исполнителя какой-то отзыв, вы его тоже будете видеть. По сути, вы создаете маленькое предприятие на нашей платформе, на котором будут работать реальные живые люди, которые будут оказывать услуги, и с каждого заказа вы будете зарабатывать. Ну, как вы зарабатываете, вы уже, наверное, смотрели в тех предварительных видео, которые были в презентациях в чат-боте, на YouTube-канале нашем, там все это более детально объясняется, но в двух словах я повторяюсь в этом плане. То есть мы строим бизнес один раз и на всю оставшуюся жизнь. Почему на всю оставшуюся жизнь? Потому что услуги, они как бы были до нас, вот сегодняшний, да, вот сейчас мы с вами разговариваем, а кто-то сейчас оказывает услуги, и будут после нас, и услуги будут добавляться. Старые услуги будут уходить какие-то, а новые будут добавляться. И все старые мы будем убирать, а новые будем добавляться. И таким образом, вот эта команда, которая будет находиться в вашем кабинете, будет вам пожизненно приносить доход. То есть те исполнители, которые будут оказывать услуги, будут приносить доход, если кто-то из них перестанет работать. Но бывают такие ситуации, кто-то заболел, кто-то там ДТП попал, не дай бог, а кто-то на пенсию ушел, он перестает работать, перестает оказывать услуги. Соответственно, мы вам предоставим другого человека, который будет зарегистрирован в нашем сервисе, и опять же вы будете продолжать зарабатывать на услугах, которые они будут оказывать, это те живые люди. Кроме того, что мы вам даем без приглашения партнеров и исполнителей, у нас еще есть стимулирующий так называемый заработок, так называемый кэшбэк от привлеченных партнеров.
То есть, если вы пригласите дополнительно партнера, то есть мы даем 5 человек, а вы можете получить, пригласить 6, 7, 8, 10, 20. Вот у нас есть такие передовики, которые уже больше 10-15 партнеров пригласили. То есть они будут зарабатывать со всех партнеров. Каким образом? Они будут зарабатывать с исполнителей, которые будут находиться в их кабинетах. 24% из первой линии со всех партнеров, с 10-20 партнеров, у каждого там будет по 10, по 20, по 30, по 40 исполнителей. С каждого из этих исполнителей они будут зарабатывать 12%. Это довольно-таки неплохой заработок будет. Вот. Но наша задача прорекламировать этот сервис. И для того, чтобы прорекламировать, нам необходимо собрать необходимую сумму, привлечь этих партнеров и таким образом, проведя рекламную кампанию, эти люди начнут получать заказы, и мы начнем получать, зарабатывать. Так вот, я вернусь к тому, что я говорил, что есть плохая новость и хорошая. Плохая то, что надо будет больше партнеров, чуть больше, чем 1000, потому что покупают в последнее время только стартовые и базовые пакеты. И количество людей надо будет увеличить немножко. А хорошее заключается в том, что каждый из партнеров пишет лайки, комментарии. И сейчас мы пишем лайки, комментарии для того, чтобы привлечь партнеров, но как только начнется рекламная кампания, мы переключимся, зайдем в киевские группы, в ТикТок, в Инстаграм, Фейсбук, и там начнем рекламировать параллельно с рекламой, которая будет идти за деньги в интернете, там, в метро и так далее. Параллельно зайдем в киевские группы и там начнем рекламировать сам продукт. То есть там будет реклама самого проекта, что вот в Киеве запустился такой-то проект, по которому вы можете очень быстро заказать такси, услуги там и так далее. И под этими постами вы тоже будете писать лайки и комментарии. Представьте себе, у нас уже будет 1000 партнеров, может быть 2000 со временем, 3000 партнеров. И когда такой пост выйдет, то под постом выйдет 500, 600, 700, 800 комментариев за раз. И это Facebook, и тот же TikTok, и тот же Instagram будет очень расшаривать наши видео, и мы будем очень мощно рекламироваться параллельно с деньгами. Параллельно с рекламой, которая будет идти за деньги. Ну, в общем, вот такая стратегия. Значит, задача запустить сначала Киев, потом миллионники в Украине, а потом уже выходить на ближнее и дальнее зарубежье. То есть переводить приложения и сайты на язык той страны, куда мы выходим. Допустим, если мы будем идти в Грузию, то нам нужно будет сайты приложения перевести на грузинский язык. Следующий момент. Юридическое сопровождение сделать, чтобы наш продукт не противоречил законодательству Грузии. И таким же образом набрать партнеров, чтобы собрать деньги на рекламу в Тбилиси там, и во всех больших городах Грузии. И так точно так же будет любая другая страна запускаться постепенно-постепенно. И в любой момент вы сможете докупать пакеты. В любой момент. Сейчас можете докупать, в момент, когда мы будем Одессу запускать, докупать пакеты, когда мы Грузию будем запускать, тоже можно будет докупать пакеты. То есть вы тоже вместе с нами можете масштабировать свой бизнес, увеличивая свой доход за счет дополнительных пакетов. Ну а теперь я так в двух словах вроде бы все объяснил для тех людей, которые недавно пришли в наш пакет. Проект, прошу прощения. То теперь давайте перейдем к вопросам и ответам, так сказать. Наверняка у вас накопилось какие-то вопросы, и задавайте, пожалуйста, я постараюсь ответить на эти вопросы. Есть желающие? Алло, 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 включайте микрофон и задавайте вопросы. А как долго будет длиться еще акция, хотелось бы еще узнать. Ну, до 500 партнеров это точно будет идти акция. Дело в том, что у нас инвестиционный проект. Наша задача собрать деньги. Сейчас мы им раздаем очень много денег, потому что те партнеры, которые пришли раньше, они получили не 5 партнеров, а 10 партнеров. Сейчас 5. Тогда была возможность больше. И цена была, скидка была не 20%, а 40%. Сейчас как бы уже меньше. Я думаю, что до 500 партнеров у нас будет идти акция, потом мы будем условия менять. И на сегодняшний день я уже где-то на 20-25 число планирую поменять условия акций. Они будут, конечно, немножко, как бы пакеты немножко подорожают и некоторые условия поменяются. Ну, чтобы вы понимали, я сейчас объясню. Смотрите, по сути, что происходит на данный момент?
Вот есть вокруг вас бизнес. Вы выходите на улицу, и там рядом есть кто-то построил станцию техобслуживания, кто-то сделал автомойку, кто-то построил гостиницу. Ну, в общем, вот эти все бизнесы, которые вокруг есть, это живые, реальные бизнесы, которые люди вложили время и денег. Эти бизнесы стоят дорого, ну, десятки тысяч долларов. А по доходности вы будете зарабатывать практически столько, сколько и они. То есть человек потратил кучу времени и денег на то, чтобы построить ту же станцию техобслуживания или автомойку. Вот. И он зарабатывать будет столько же, сколько и вы. Почему? Потому что у него очень много расходов. Расходная часть очень большая у него. Ему надо платить за электроэнергию, ему нужно платить зарплату этим людям, ему нужно налоги платить и так далее, и так далее. Расходная часть у него очень большая. А у вас, вы просто создаете кабинет, в вашем кабинете работают люди, и вы просто зарабатываете на них, и все. Никаких физических усилий не надо, ничего. Вы просто тратите 15, 20, 30 минут в день в удобное для вас время. Пишите лайки, комментарии для того, чтобы рекламировать проект, и все. Вот почувствуйте разницу. То ли самому создать какой-то бизнес вручную, там ларек поставить, автомойку поставить, там гостиницу построить, ну любой. Вот все, что вы видите вокруг себя в услугах, это стоит времени и денег. А вы здесь вкладываете небольшую сумму и на всю жизнь строите бизнес на нашей платформе. Мы создали такой момент, когда мы практически выполняем всю работу. Мы ведем учет, мы привлекаем людей. Ваша задача только помогать в рекламе, 20 минут времени уделять, и все. Следующий вопрос, пожалуйста. Сколько нам не хватает до полномасштабной рекламы? В данный момент у нас 460 партнеров. По-моему, так. Ну, там выставлено в этот самый. В рекламных постах. У нас файл рекламные посты, и мы там туда добавляем партнеров. Те, кто нам присылают свои странички с Facebook. То есть партнеры там конкретные люди, имеющие странички в Facebook. Если зайти туда, там весь список есть. Нажимаете на любого человека, открывается страничка этого человека. Это живой человек, который на данный момент партнер. Те, кто нам прислали эти странички, и те, кто делают комментарии, они там все выставлены, они там присутствуют. Ну, порядка где-то 460-470 человек у нас на данный момент партнеров. А нужно чуть больше тысячи. Объяснил, почему чуть больше тысячи. Потому что последний месяц очень много покупали пакеты стартовые и базовые. И очень много покупали стандарты премиум пакетов. Нет, Сергей, извините, что перебиваю. Я хочу уточнить, сколько нам не хватает до денежных средств для запуска рекламы. На сегодняшний день 40% мы собрали денег. Объясню, почему меньше, чем должно быть. Потому что первые 100 партнеров практически вернули те деньги. Они вложили деньги и вернули назад их себе. То есть, когда первые, кто пришел к нам, они вернули свои деньги за счет тех партнеров, которых я им дал. То есть, там была такая ситуация, что человек покупает пакет и получает 10 партнеров, и с каждого партнера 10% от стоимости пакета. Это что такое? Это включилась демонстрация, что ли? И когда человек получил 10 партнеров, он практически вернул те деньги, которые он вложил. И мне пришлось, ну не пришлось, это был, я вынужден так делать, чтобы стимулировать под партнеров. И вот эти первые партнеры, они как бы забрали деньги назад. Они вложили и забрали их. И сейчас даже вот те партнеры, которые приходят, они вкладывают пакет, и 25% от суммы они получают назад. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, вы сказали, что вы измените условия покупки пакетов. Да, они будут, ну, для вас они будут ухудшаться в том плане, что, еще раз повторюсь, это инвестиционный проект. Здесь нужны инвестиции для рекламы. Вот этот временный заработок, который сейчас есть, за каждого приглашенного 25%, за каждого партнера, которому мы даем в кабинет, я выплачу 5%, это деньги, которые уходят с проекта. А мне не как бы важно, чтобы я собрал деньги, поэтому условия будут ухудшаться. Но не для вас конкретно, вы уже здесь, и вы будете работать по тем условиям, которые вы зашли на данный момент. Это для тех людей, которые будут заходить после вас.
с момента, когда поменяются акции. А мы сможем узнать, какие будут конкретные изменения? Может, мы планируем еще один пакет брать, чтобы знали, да? Ну, в ближайшее время пакеты подорожают на 10%. Ну, как подорожают? Акция была, скидка 20%, будет 10%. В рассрочку пакет подорожает, это второе. Возможно, я уберу доплату за партнеров, которых я даю в кабинет. Я еще не решил этот вопрос, но, возможно, уберу, потому что мне нужно собрать деньги на рекламу. Я эти деньги как бы собираю не для того, чтобы поехать куда-то отдохнуть, а конкретно на рекламную кампанию. Вот. Ну, еще раз говорю, условия поменяются для тех людей, которые зайдут позже. Вот вы на каких условиях зашли, на тех условиях вы останетесь. Если кто-то зашел в первых рядах, когда пакеты были 40% скидка и 10 партнеров, они так и получат 40% скидки и 10 партнеров. Кто зашел позже, уже было не 40% скидка, а 20% скидка и не 10 партнеров, а 5 партнеров. Кто зайдет еще позже, будет еще хуже. Я хочу сказать, что сами пакеты, они, чтобы вы понимали, что они подорожают. Вот эти пакеты, они подорожают в 3, в 4, в 5 раз. Они будут иметь некую рыночную цену, чтобы вы понимали. Ну, я сейчас попытаюсь объяснить вот для людей, которые как бы не слышали нас раньше. Смотрите, в чем суть. Давайте так, вот сейчас вы покупаете пакет, у вас в кабинет заходите, а он пустой. Там нету ни исполнителя, ни партнеров, никого нет. Потом вы работаете, получаете первого исполнителя, второго исполнителя. Возможно, вы пригласили исполнителя. Также вы получаете партнеров первого, второго, третьего. Но доход только от этих исполнителей. А давайте себе представим такую ситуацию, что вот да, мы прошли этот сложный путь, собрали необходимую сумму, провели рекламную кампанию в течение 3 месяца, включили монетизацию. В вашем кабинете уже появились исполнители, которых мы вам дали. Возможно, вы дополнительно кого-то пригласили, там еще 5, 10, 15 человек. И вот уже проект работает. И вот он работает, и каждый день каждый исполнитель, который находится лично в вашем кабинете, приносит вам доход с каждого заказа. И вы получаете каждый день какой-то доход. Вот за какую цену вы потом продадите этот пакет? Вот скажите сами для себя. Вот я купил за $45 или за $60 или за $75. Вы за $75 этот пакет потом продадите, когда вы каждый день будете получать доход? Нет. Не продадите, потому что он будет стоить в 2, 3, 4 раза. То есть на сегодняшний день то, что вы сейчас видите, это дешево для той доходности, которую проект предоставляет. Ну вы сами вот просто давайте вот мысленно представьте, через год проект работает, люди получают заказы и вы получаете с каждого заказа доход. Вы уже по той цене, по которой купили, вы его в жизни не продадите. Он будет дороже стоить гораздо. Поэтому я говорю, что пакеты подорожают. Они будут постепенно дорожать. Чем ближе к старту проекта, тем они будут дороже. А когда стартанет пакет, они будут еще дороже. А когда проект запустится, то уже будет некая рыночная цена. По моим прогнозам, это в 2, в 3, в 4, до 5 раз дороже будет каждый пакет, который находится у вас сейчас, в данный момент, который вы приобрели. Еще вопросы, пожалуйста. В общем, если я покупаю пакет, то я на этих же акциях, условиях и остаюсь до самого конца, да, получается, что как бы изменений уже не будет, если я куплю его, например, завтра. Да, вот то, что вы покупаете сейчас, вот то, что действует, так и есть. Вот те партнеры, которые купили, вот есть сейчас, присутствуют партнеры, которые купили, когда было 40% скидка и 10 партнеров давалось. Есть такие среди нас? Есть. Да, есть. Да, два пакета таких, конечно. Конечно, ну, Сергей Петрович. И для вас условия же не поменялись, нет? Нет. Нет. А сейчас условия 5 партнеров и 5%. Видите, вот кто раньше зашел, тот и выиграл. А дальше еще дороже будет. Я же сказал, это правильно. Но они подорожают как минимум в 3, в 4, в 5 раз от этой цены, которую вы сейчас видите. Александр Васильевич, такой вопрос. А могу вот я сама у себя по ссылке своей купить пакет? А, так и происходит. Это вам выгодно, между прочим. Я сейчас объясню, почему. Потому что, смотрите, что получается. Вы зарабатываете 24% с исполнителей, которые находятся в вашем кабинете. Если вы покупаете второй пакет, вы его ставите под себя и зарабатываете 12% с исполнителей, которые находятся в кабинете под вами. То есть, получается, 24 плюс 12, вы зарабатываете 36% и с этих, и с этих.
Это ваш доход увеличивается. Понятно, спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Но для этого нужен второй аккаунт, правильно? Да, для этого нужно второй аккаунт. Кстати, пакеты можно потом продать, подарить или оставить по наследству. То есть этот бизнес, до тех пор, пока этот проект будет работать, а он будет работать очень долго, потому что рынок услуг есть и будет, и вы можете внукам подарить его или продать, купить сейчас несколько пакетов, а потом как один или два продать уже по той цене, которая будет потом. Ну и вот не самый важный, наверное, вопрос, а по поводу документов. Скажите, когда, как и что будет? Значит, где-то в середине февраля я буду регистрировать компанию, и от имени этой компании я буду заключать с каждым партнером договор, кто пожелает. А эта дата не зависит от запуска проекта, то есть регистрация не будет как бы во времени? Мне нужна компания под... Смотри, я не смогу провести рекламную кампанию, не имея зарегистрированную компанию. То есть мне надо сначала зарегистрировать компанию, а потом от имени этой компании проводить рекламную кампанию самого проекта. То есть где-то вот февраль месяц, это такая, знаете, вот... дата, когда уже пора будет регистрировать компанию, тем более, что у нас в Украине новый закон вышел, который дает айтишникам дополнительные льготы. Вот я хочу под этот закон зарегистрировать компанию и уже от имени этого закона, от имени этой компании заключать с вами договора. Это будет где-то ориентировочно середина февраля, плюс-минус там несколько, ну, плюс-минус 10 дней. В планах такой. И к этому времени, к концу февраля, мы как раз будем обновлять уже приложения на Android, на iPhone уже выйдут у нас обновления. То есть мы уже будем близиться к рекламной кампании. Вот февраль месяц у меня, середина, конец февраля, это как раз уже предстартовые моменты. Да, там мы можем немножко времени потянуть, добрать партнеров, но уже мы должны будем готовы. И документально мы должны быть готовы, и приложения должны быть выйти, чтобы мы его потестировали вместе с вами. Попробовали, как это работает приложение на Android, на iPhone. Может быть, какие-то ошибки там будут, мы будем исправлять. Сами будем тестировать и исправлять. Я буду вас просить, чтобы вы тестировали приложение, чтобы не клиенты их и тестировали, а мы сами протестировали. И если увидим какие-то ошибки, чтобы мы могли исправить, чтобы к старту рекламной кампании уже у нас все четко работало. Чтобы потом, когда человек скачает какое-то приложение, чтобы он увидел, что оно хорошо работает. Но тут еще есть один нюанс, который вы должны понимать. В природе существует очень много китайских телефонов, которые имеют железо одно, а программное обеспечение другое. И нам под многие телефоны надо будет подстроить свою программу. Почему? Потому что вот сделаем мы хорошо программу, на хорошем телефоне она будет работать, а на каком-то кривом китайском телефоне она не четко будет работать, что-то будет не работать. И этот человек, который будет в руках держать этот китайский телефон, будет говорить, что мы козлы, неправильно сделали программу, и напишет нам плохой отзыв. Ваша программа не работает. Только он не понимает, что это не наша программа работает, а это у него такой китайский кривой телефон, который не позволяет это сделать. Поэтому наша задача подстроиться под все эти телефоны, ну, в народе это говорят, поставить костыли, чтобы именно в этом китайском кривом телефоне наша программа четко работала. То есть у нас еще много работы вот в этом направлении будет. Поэтому нужно будет где-то с февраля начать тестировать наши программы. И у кого какой телефон, вы будете писать, вот я запустила программу, у меня не работает там какая-то функция. Мы смотрим, какой у вас телефон, и начинаем подстраивать, чтобы на вашем телефоне это все работало. Но эту работу нам придется вместе пройти. Александр Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот исполнителей можно уже приглашать? Ну вот, допустим, есть знакомые которые могут согласиться. Я вас услышал. Нет, нельзя приглашать, объясню почему. Понятно. Где-то за месяц до старта рекламной кампании у нас будет специальный вебинар, посвященный этому. Мы как бы расскажем, что вот уже можно... Смотрите, что получится. Вы сейчас можете пригласить человека, дать ему ссылку, он зарегистрируется, а заказов он не будет получать. Почему не будет получать заказов? Потому что рекламы не было. И он не будет получать заказов, он же вам и скажет, а что ты мне дала за проект, программу, в которой заказов нет? Мало того, он еще и может написать отзыв, что вот зарегистрировался, а здесь заказов нет.
И зачем нам эти плохие отзывы заранее? А уже за месяц до рекламы, за месяц до рекламной кампании вы просто начнете регистрировать и будете говорить, что уважаемый там Сергей, Иван, там Наташа, Маша, вот через месяц запускается программа, вы можете сейчас зарегистрироваться, но через месяц мы начнем рекламировать. Тогда человек четко будет понимать, что он сейчас зарегистрируется, а заказы он будет получать где-то через месяц. Ну да. Спасибо. Вы сами будете обращаться к каждому, заключать договор, или нам надо обращаться к вам? Все партнеры, кому нужно, вот смотрите, есть люди, которые не хотят заключать договора. То есть я не буду выбирать. Вот вы мне напишите, скажите, я хочу заключить договор. Значит, процедура будет приблизительно такая. Будет выставлен договор, вы его скачиваете, читаете, подписываете два экземпляра. Потом запечатываете эти две бумажки и отсылаете мне по адресу. Я получаю эти два экземпляра, на одном расписываюсь, ставлю печати и один экземпляр отсылаю вам. Вот так это будет делаться. С каждым человеком так будет проделана такая работа. Еще раз повторяюсь. Договор будет в электронном виде. Вы его должны скачать в двух экземплярах. Подписать два экземпляра. Прислать мне оба экземпляра. Я подписываю первый и второй, ставлю печать, и один из них отсылаю вам назад. И у меня остается ваш экземпляр, ну, в общем, один экземпляр остается у меня, один экземпляр останется у вас. Это для того, еще такой вот вопрос. Смотрите, я когда вступала, это был сентябрь, около 20 числа. И я вступала по акции заработать на пакет. Мы так и зарабатываем на пакет, или же нам все-таки нужно и заплатить то, что... Я объясняю. Смотрите, что такое заработать на пакет? Пакеты все продаются в рассрочку на 3 месяца. Абсолютно все пакеты можно купить в рассрочку на 3 месяца. За 3 месяца можно заработать. Каким образом? Есть два способа заработка. Первый, вы пишете лайки, комментарии, мы вам даем партнера в кабинет и начисляем деньги. Второй способ, вы приглашаете кого-то, он становится партнером, и вы тоже зарабатываете деньги. И за 3 месяца можно заработать на пакет. Пишем комментарии, лайки, получаем партнера, зарабатываем и кого-то приглашаем. А сейчас, последних 2 месяца, вообще можно заработать. Вот у меня есть один партнер, женщина, не помню кто, она купила стартовый пакет, заплатила $20. Через неделю она приглашает партнера, который покупает премиум пакет. Она зарабатывает больше $200, она гасит свой пакет, она заработала за него. И $150 она еще и получила дохода и вывела. То есть она буквально за неделю заработала, еще и заработала на пакет и вывела еще деньги. Но это называется заработать на пакет внутри проекта. Спасибо за ответ. Еще вопросы, пожалуйста. Что дает договор? Договор что дает? Ну, гарантию того, что вы являетесь партнером, что вы получили франшизу и на этом зарабатываете. То есть мы должны... Смотрите, у нас будет... Ну, потом я еще немножко до конца это не проработано. Сейчас я с юристами этот договор подготовлю. То есть у нас будет, в принципе, 2 договора в будущем. Но за что я должен платить вам деньги? Так будем говорить. Вы же будете получать доход. А я должен с этого дохода вам платить. За что? Так вот в этом договоре будут прописаны все эти условия. За что вы будете получать доход? Почему вы работаете с нами и почему вы получаете доход? Еще вопросы, пожалуйста. Наложение на ком будет возложено? Не понял, еще раз громче. Налогообложение на ком будет налогообложение, возложено обязанность? Там будет 3 варианта. Вариант 1 на нас. Вариант 2. Вы, если частный предприниматель, вы можете записать себе доход от этого проекта. 2. И 3-й вариант. Вы можете один раз в год делать декларацию, декларировать свой доход. Если он будет превышать какой-то уровень, то вы должны будете заплатить государству процент.
мы эти все налогообложения будем где-то за... Вот когда будут договора готовиться, мы вам предложим варианты сотрудничества. Вы будете смотреть или по первому варианту, или по второму, или по третьему варианту, как вам будет удобно работать. Если представитель-партнер, то есть с другой стороны, то нужно будет это тоже вот как бы официально оформлять насчет налогов? Я имею в виду, допустим, по моей стране будет это или по вашей стране? Я сейчас на 100% не могу ответить вам на этот вопрос, но в вашей стране вы точно будете получать доход, и как ваша страна относится к тем деньгам, которые вы получаете? Вот. Ну, в принципе, в нашей стране нет проблем, потому как основная сумма нам поступает из-за границы, то есть никто не придирается. Ну, вот, я же можно говорю, будет зависит, дать в вашей стране. Это зависит от страны, так будем говорить. В некоторых странах это жестко, в некоторых на это вообще не обращают внимания. Еще, пожалуйста, вопрос. Алло, алло, мальчики, девочки, не стесняйтесь. Да, в общем-то, все понятно, работать надо. И чем лучше, тем лучше. Ну, наша задача сейчас найти чуть больше 1000 партнеров. Ну, грубо говоря, вот нас 450 человек уже, там 460 или 70 есть. Если бы сейчас каждый в течение месяца пригласил по одному человеку, мы бы уже через месяц готовились к рекламной кампании. Одного каждый находит в среднем по одному человеку. Вот если бы. Но чтобы вот сделать рекламный пост, нужно к модератору обратиться, прежде чем его рекламировать. Ну, смотрите, вы можете сами делать посты и раскидывать их и в ТикТоках, и в Инстаграмах, и в Фейсбуке. Но, будем так говорить, если у вас есть какая-то аудитория своя, допустим, вы раньше где-то развивались, то вы можете это делать. Если у вас аудитории нету, то тут надо использовать наш алгоритм. Ну, у нас есть как бы такая дополнительная акция, когда... Если вы хотите, чтобы ваш пост пролайкали или прокомментировали, то надо записать коротенькое видео. Коротенькое видео, вот вы, наверное, видели, там наши партнеры писали. Да, хорошее видео. Почему я как бы рекомендую такое сделать? Смотрите, что происходит. Вокруг нас миллионы людей ищут возможности заработать в интернете. Вот реально ищут возможности. Но такой возможности нормальной найти тяжело. Я сам, когда делал партнерскую программу, я вам расскажу маленькую историю. Когда я делал партнерскую программу, я зарегистрировался в 100 компаний, которые предоставляют заработок в интернете. Я хотел разобраться, что такое заработок в интернете, как он работает, как людям дают доход. Ну, чтобы свою партнерскую программу сделать, я искал что-то лучшее и зарегистрировался в 100 компаний. Я нигде не заработал денег. Ну, наверное, я такой невезучий или что. Я понял, что 99% проектов это... Говорю, нет, вы в этом не одинокий, регистрировался невезучий. Вот, поэтому я создавал уже партнерскую программу по тому видению, как я это видел. Плюс я брал пример у партнера Uber, как оно у них работает. То есть я искал... проекты, которые реально давали людям возможность зарабатывать, чтобы у них взять какие-то положительные моменты и реализовать их внутри нашего проекта. Ну, в общем, действительно, так вот, к чему я это говорю, что миллионы людей хотят, а возможности хорошей нету. Вот, поэтому нужно писать коротенькое видео. Вы, каждый из вас, это один человек из этих миллионов. Вы один из них. И когда вы к ним обращаетесь простым видео, которое занимает буквально там 15-20 секунд времени, вы просто говорите: «Здравствуйте, уважаемые, я вот такая одна из вас, я искала возможности, но вот я нашла один из интересных проектов». Не говорите им, пожалуйста, что вот заходите, регистрируйтесь под меня, там, партнером. Не надо этого говорить. Просто говорите: «Зайдите, ознакомьтесь. Я уже зашла, мне интересно, проект интересный, зайдите, ознакомьтесь». И давайте свою ссылку на регистрацию. Ну вот приблизительно такими простыми словами надо донести до людей. Если каждый из вас запишет видео, то поверьте, партнеров придет больше. Вот
Кто из вас записывал видео? К вам же пошли люди, начали регистрироваться в кабинетах? Скажите, пожалуйста. Да. Да, конечно. Ну вот видите. То есть, да, я понимаю. Смотрите, я просто дам рекомендую, как это сделать. Первое, что нужно написать, простой текст. Вы обращаетесь к таким же людям, как и вы. Надо просто это сделать. На ходу можно сделать. Идете на ходу, себя снимаете. Или что такое? Написали текст, выучили его. Ну, в школах учили стихи, учили, что свой текст, ну, надо выучить его наизусть. Просто-напросто. Выучили наизусть. Потом подошли к зеркалу и раз 10-15 перед зеркалом смотрите на себя и рассказываете. Убедительно вы рассказываете, сами себя убедили то, что вы говорите или нет. Когда вы убедили, после этого 3-4-5 раз снимите его, себя, и все, и у вас получится такое видео. И когда у вас получается такое видео, что мы делаем? Мы это видео берем, выкладываем в рекламные посты, и все партнеры начинают писать под лайки комментарии. Для чего это делается? Для того, чтобы больше людей увидели ваше видео. И тогда люди начинают к вам обращаться, люди начинают регистрироваться. Кто-то не сразу становится партнером, кто-то просто регистрируется. Но поверьте, рано или поздно они все станут партнерами. Ну не все, но больше 50%. И это ваш будет доход. Ну, поработать надо. Еще, пожалуйста. Желательно, вопрос. Чтобы была живая реклама. Вот. Ну, то есть непосредственно человек говорит и как бы от себя рассказывает. Ну, вот давайте поставьте себя. Вот вы листаете ленту, да, Фейсбука. Вот вам какая-то красивая картинка там показывается, там супер-пупер чего-то, да. А потом вы видите простого человека, который простыми словами к вам обращается. Вы обратите на него внимание. Я и обратила на это внимание, в общем-то, когда пришла сюда. Я попала в такую рекламу. Ну, так видите, это работает. Значит, каждый из вас просто снимите видео и все. Снимите одно видео, снимите второе видео. Мы эти видео будем рекламировать, и вы получите дополнительных партнеров. Мы тогда быстрее дойдем до своей цели вместе. А мы уже можем смело писать в наших рекламных постах о том, что акция скоро, ну, как бы будут изменения насчет, что цены поднимутся и так далее. То есть мы можем это использовать как уникальное торговое предложение? Ну, смотрите, ваша задача, чтобы человек зарегистрировался и ознакомился, а вы хотите его сразу напугать. Не надо пугать человека, пусть он ознакомится. Понимаете? Ваша задача, чтобы человек ознакомился и, если по возможности, у вас спросил, а вы ему уже скажете, вышел на ваш контакт, дайте ему свой телеграм, вайбер или что-то какое-то, и пусть человек с вами общается. Да, если торопить человека, у него сразу мысль возникает, что это лохотрон. Еще, пожалуйста, вопросы. Дальше, когда уже проект уже пойдет полностью в работу, получается, мы будем дальше так и продолжать ту же работу, да? Там, комментировать, лайкать, как бы, ну, зарабатывать, да? Но так как вы партнер, мы продолжаем дальше работать. Совершенно верно. Я сейчас объясню. Смотрите, у нас идет три этапа. Первый этап. Мы сейчас лайкаем, комментируем, чтобы быстрее найти партнеров. Вот мы нашли то количество партнеров, которое необходимо. У нас есть деньги, мы начинаем проводить рекламную кампанию. Когда мы проводим рекламную кампанию за деньги, параллельно мы заходим в киевские группы или в одесские группы, потом, когда в Одессе будем рекламировать, или в харьковские группы, когда в Харькове будем рекламировать. Ну, в любом городе, где бы мы не рекламировали, будем заходить в группы в этом городе и будем рекламировать сам проект. Надо писать лайки, комментарии под этим моментом. 3 месяца прошла реклама, люди узнали о проекте. Деньги закончились. Но люди узнали. Но чтобы люди помнили постоянно, мы продолжаем в этом городе писать, рекламировать проект, что он есть, и пишем лайки, комментарии. Но на тот момент у нас будет уже не 1000 партнеров, а 2, 3, 4, 5 тысяч партнеров, 10 тысяч партнеров. И представьте, мы выкладываем, допустим, в Киеве, в Facebook страничку, какую-то группу, рекламный пост нашего проекта, а под ним появляется 5 тысяч комментариев. Конечно, Facebook на весь Киев его покажет, и даже на всю Украину. То есть, а вы будете уделять всего то же время, те же 15 минут. Почему? Потому что ведь ваш доход, по сути, зависит от количества заказов, которые будут получать исполнители, которые будут находиться в ваших кабинетах и в кабинетах ваших партнеров. Чем больше заказов они получают, тем больше мы вместе с вами зарабатываем.
Вы заинтересованы в том, чтобы ваши сотрудники получали больше заказов. И неужели будет трудно уделить эти 15-20 минут для того, чтобы просто поставить комментарий? Ну скажите, не все будут работать. И сейчас же не все работают. Ну, это человеческий фактор, да, есть такой. Угу. Ну, то есть для них ничего не меняется по заработкам? Ну, есть моменты, которые будут меняться. Угу. Ну, я думаю, тот, кто не работает, таких, наверное, будут как-то менять, убирать. Ну, я не знаю как. Ну, как бы даже если пакет куплен полностью, его же тоже надо отрабатывать, как-то лайкать. Или... Понимаете, вы приобретаете... Вы приобретаете очень ценный опыт. И вы будете просто больше зарабатывать. Я потом научу вас приглашать исполнителей. Это несложно. Uh-huh. И вы будете не иметь не 10 исполнителей, а 20, 30, 40, 50 человек. 100 человек. Ну, это будет несложно добавить количество сотрудников в свой кабинет. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот с этим вот у нас в кабинете видно 500 почти партнеров, у нас 450 уже. А можно вот с этими уже количеством партнеров и суммой запустить не полноценную, а полуценную рекламу? Понимаете, нельзя начинать... Не прогорим. Так нельзя. Нет. Правильно подсказывает. Смотрите, мы должны четко понимать, что реклама должна идти 3 месяца подряд. Это первое. Второе. Это я вам вначале рассказывал, что где-то в феврале месяце мы выпустим приложение еще, Android и iPhone. И его нужно будет тестировать. Мы вместе с вами будем тестировать. То есть подготовка это не просто вот раз, есть половину денег, начали. А если деньги закончились, что мы остановились? То есть мы должны с запасом иметь денег для того, чтобы четко знать, что 3 месяца мы рекламируем, что мы протестировали приложения Android и iPhone, что они четко работают, что мы подготовились к рекламе. Нам нужно закупить рекламную продукцию, напечатанную продукцию вот в метро, которые там будут печатать листовочки, надо их разработать дизайн, надо будет заказать, чтобы типографии их напечатали, потом договориться с фирмой, чтобы они их потом в момент рекламы расклеили. Это целый процесс. Понимаете? Ну как бы... Я знаю, как это надо сделать, поэтому я делаю пошагово, как это должно быть. Половинчато здесь не получится. Мы не можем дважды сделать одно впечатление. Первое. Надо один раз и мощно пройтись. Один, да. 3 месяца. За 3 месяца абсолютно все люди в интернете, которые проживают в этом городе, четко будут знать о нашем проекте. А если мы начнем, половинку сделаем, а потом остановимся, деньги закончатся, это будет провал. А я думаю, время пролетит, если мы с февраля уже начнем вот эти технические моменты, исправлять документацию и так далее, то там до запуска рекламы вообще время пролетит в работе, я думаю. Ну, смотрите, у нас есть оптимистический сценарий, пессимистический. Оптимистический, что где-то за 2 месяца мы найдем эти 500 человек. Ну, вот январь у нас был провальный. Где-то начиная с 22 декабря, мы шли так вот ровно-ровно вверх, а начиная где-то с 22 декабря и вот по 15 января у нас пошел провал. То есть людей заходит столько же, сколько и заходило, а покупок в 2 раза меньше происходит. Люди где-то потратились. Я вчера, моя супруга ездила на рынок, она говорит, приехали на рынок, а людей вообще нет. Если перед Новым годом там все забито было людьми, то, говорит, пришли, а там рынок пустой. То есть у людей деньги просто закончились. Ну, в основной массе, так будем говорить. Да, все деньги остались в Оливье. Да, есть такой. Сергей Васильевич, скажите, пожалуйста, да. Получается, от исполнителей мы будем получать деньги во время запуска рекламы или после рекламы? Ну, смотрите, вот давайте так. Вот у нас есть деньги, мы подготовились к рекламе. С такого-то числа там мы знаем, ну, все вы будете знать, с какого числа пойдет реклама. Потому что мы к этому времени заключим договора и напечатаем продукцию и все остальное. Вот началась реклама, проходит месяц. Я вам приведу пример на одной категории. Точно так же будут действовать все категории. Вот, допустим, на тех же сантехниках. Допустим, у нас зарегистрировалось
500 сантехников в городе Киеве и Киевской области, 500 человек, допустим. Может быть, меньше будет их, может быть, больше. Я просто беру, чтобы так понимание было процесса. И вот за целый месяц делаем рекламу, и все 500, и мы получили, допустим, 1000 заказов на сантехников. То есть по 2 заказа на каждого человека. То есть каждый из сантехников в среднем получил 2 заказа в месяц. Скажите, пожалуйста, они готовы будут платить нам деньги за заказы или нет в этот момент? Вот я нет, точно знаю, что... Нет, конечно. То есть мы должны дождаться, когда они получат каждый хотя бы 1-2 заказа в день. Вот когда они будут получать 1-2-3 заказа в день, и мы скажем, платите нам за заказы, тогда они будут платить, потому что если он не будет платить, то мы ему не будем давать эти заказы. То есть вот человек не получал, а тут теперь каждый день от нас получает 2-3 заказа. И если он и получает каждый день 2-3 заказа, он готов за это платить. Ну просто вы поставьте себя на место исполнителя. Вот вы исполнитель, да? Вас пригласили в какой-то проект. И говорят, вот регистрируйся, вы зарегистрировались, проходит месяц, вы получили один заказ, а мы говорим, платите деньги. Вы будете платить? Нет. Нет, конечно, да. Нет. Просто мне кажется, что нам бы намного легче было привлекать людей, если бы мы могли показать, что вот есть продукт, и мы от него уже получаем доход, понимаете? А только на рефералку очень тяжело. Ну, вот это тяжелый путь, и получается, что вы получаете очень большие льготы сейчас. Вы себе не представляете, какие вы получаете сейчас льготы, покупая такие дешевые пакеты. Вот те, кто пришел, помог мне, мы друг другу помогли, мы прошли этот сложный, тяжелый путь вместе. Это, знаете, как космический корабль, когда он отрывается от земли, он еле-еле взлетает, потом он разгоняется, а потом вылетает в космическое пространство, и там вокруг Земли летает очень быстро. То есть вот этот момент мы должны пройти. Не бывает такого, что вот раз и по велению, как говорится, пальцем щелкнул и все это заработало. Нет, есть определенные ступени, которые мы должны пройти. И кто-то отвалится. Вы знаете, когда вот в детстве все мы лепили снежные бабы, помните, да? Берешь снежку, слепил маленькую, положил на снег и начинаешь накручивать ее. Накручиваешь, кусочки отпадают, но ты все делаешь больше и больше. А потом слепил большой снег и уже с этой начинаешь лепить. Вот точно так же у нас. Мы слепили маленький костяк и начинаем на него накручивать. Какие-то кусочки отваливаются, кто-то уходит, кто-то не выдерживает. Кому-то ну, где-то вот из всех партнеров, из 400 человек, где-то человек 20 ушло, да, может быть, даже больше. У кого-то там тяжелое финансовое положение. Там. Кто-то пришел, думал, что сразу вот сегодня будем зарабатывать. Оказывается, не сразу. Попросили вернуть деньги. Я возвращаю эти деньги этим людям. Вот. Но вот эти кусочки, естественно, будут отпадать. Но основная масса к этому маленькому снежку прилипнет, и мы накрутим этот круг, и будет он работать. Это надо пройти, это бизнес так работает. Ну да, конечно. Пройдем, конечно. Спасибо. А вы знаете, вопрос. Это очень приятно, вот стоять у истоков развития, как бы с самого начала. Ну, вы себе даже не представляете, когда вам будет приятно, когда вы будете своим внукам об этом рассказывать. Когда этот проект будет работать в 10-20 странах, а вы будете говорить, а мы начинали, когда это вообще ничего не работало еще. Я понимаю, просто еще при Советском Союзе, когда предприятие строилось, у стоков стояло, было очень гордо потом говорить, что вот мы построили и мы сделали. И работало, конечно, и процветало. Поэтому вот и это. Ну, это естественно. Еще вопросы, пожалуйста, есть? Сергей Васильевич, а вот, вот эта вот политическая ситуация там накаляется со всех сторон, как-то она может на наш проект повлиять? Или ничего нас уже не остановит? Я вам расскажу свою историю. Я сам был предпринимателем в Донецкой области. И я был довольно-таки успешным предпринимателем. И все у меня было. И автомобиль Lexus. И 700 человек у меня работало. Все было хорошо. А потом в Донецкой области началась вот эта вот вожня. Вы знаете, да, что случилось? Я практически все потерял.
И я понял, что нужно построить бизнес, который не привязан к территории. То есть этот бизнес, мы можем этот бизнес запустить в любой стране и зарабатывать. Понимаете? Поэтому я и построил такой бизнес, который, на который не влияет в какой-то стране какая-то политическая ситуация. Так сказать, универсальный проект. Ну, смотрите, я же вам показывал, что Uber и Airbnb работают в многих странах и имеют капитализацию 35 и 75 миллиардов долларов, потому что они работают в разных странах. Наш бизнес очень легко масштабируется. Для того, чтобы запустить бизнес в любой стране, нам нужно решить всего лишь две проблемы. Первое – это перевести сайт и приложение на язык страны, куда мы заходим. И второе – это соблюсти юридическое законодательство этой страны, чтобы наш проект не противоречил ихнему законодательству. Вот вы эти два условия выполнили и в любую страну зашли, в любую. Ну, единственное, что у нас Китай не пустят, это точно я знаю. Почему? Ну, потому что туда Uber не пустили. Потому что спросите там китайцев, почему? Там Telegram не работает, там YouTube не работает. Китай, он сам по себе. Сергей Васильевич, добрый вечер. Приятного аппетита. Скажите, пожалуйста, еще раз о тех процентах, которые мы получаем за привлечение партнеров. Спасибо. Значит, у нас есть два вида заработка, вернее, два с половиной. Первый – это стимулирующий заработок, это кэшбэк от привлеченных людей. То есть вы получаете партнера в кабинет, и сейчас я выплачу 5% от стоимости пакета. И если вы сейчас сами пригласите какого-то человека, и он заинтересуется, купит пакет, вы заработаете 25% от стоимости пакета. Ну, среди вас есть такие люди, которые получали уже 25%? Отзовитесь. Да. Да, вот это стимулирующий заработок, это временный стимулирующий доход. То есть вот пригласили, заработали. Основной доход, основной, он будет только тогда, когда запустим сам проект. Основной и пожизненный. То есть вот два этапа. Первый стимулирующий. Для чего мне нужен был стимулирующий? Потому что вы бы не стали ждать 2-3-4 месяца, пока я запущу проект. Вы бы не покупали так пакет. А все-таки сейчас есть возможность, ну вот, те, кто умеют, они давно уже, те деньги, которые они вложили, они уже два, некоторые по два, по три раза отбили уже. Вот у нас тут есть передовик Глеб Николаевич. Он уже свои деньги три раза вернул, если не четыре. Насколько мне известно, да, Глеб? Да, да, все верно. Пусть он поделится, Глеб Николаевич, как он это сделал. Так он же рассказывает. Я уже объяснял, у меня же свой YouTube-канал. У меня свои телеграм-каналы есть. Вот. То есть у меня есть аудитория своя личная, но также я запускаю платную рекламу. Я покупаю блогеров, вот у них рекламу покупаю. Вот. И я скажу, что все окупается. И тем более, что даже если не окупится сейчас, это окупится потом. Вот поэтому... Партнеры будут приносить ему доходы постоянно, да. Да, да. Вот поэтому сейчас как бы я особо не переживаю. Я даже уйду просто в ноль, то есть просто отобью и не заработаю. Я просто понимаю, что потом эти партнеры принесут мне прибыль. Так, девочки, мальчики, еще вопросы, пожалуйста. Вот смотрите, я на стартовом пакете пригласил я партнера, он тоже зашел на стартовый пакет, и через время он покупает следующий, базовый. Я получу какие-то от него проценты? Ну, смотрите, я вот сегодня объяснял одно, кто-то меня спрашивал. Этому партнеру надо второй кабинет. И он второй кабинет, скорее всего, зарегистрирует под себя, потому что ему выгодно, чтобы он зарабатывал на исполнителя, который находится в его кабинете, и в кабинете, который находится под ним. Понимаете? Тут есть как бы нюанс. Нюанс заключается в том, что каждому партнеру хочется заработать больше. И когда человек зарегистрировался в проекте, купил первый пакет,
а потом покупает второй, он обязательно его регистрирует под себя. Почему под себя? Потому что вы получаете 24% со своих исполнителей, которые находятся в кабинете, и 12% получаете со второго пакета, который находится под вами. Поэтому человеку выгоднее зарегистрировать второй пакет уже под себя. Поэтому не получается. Это же правильно, как раз это и будет показывать, что это не пирамида, это не матричный проект, это как раз-таки настоящий проект, основанный на услугах, то есть это бизнес, и все правильно. А можно мне еще объяснить по этих самых, ну, по комментариях там? Да, слушаю вас. Некоторые пишут, смотрю, у нас там в этом группе, что того забанили, того забанили, того забанили, что мне делать, мне дни не засчитают. Вот хочу сказать, смотрите, начинаете вы утром встали и делаете там, ну, у нас по правилам не больше 20 комментариев нужно. Вот вы сделали 15-17 комментариев, ну, как бы отработали. А потом там пишут, там, ребята, я там сделала какой-то ролик, то потопчитесь у меня, походите, все, и вы заходите и начинаете там лайки ставить. А Facebook это видит, и уже у вас получается не 15, там 17 этих самых лайков, а уже получается там 20, 21, 22, вы потом заходите в Facebook, там начинаете лайкать, а Facebook это все видит, и потом вас начинает банить. Поэтому, ну, я думаю, без фанатизма так, ну, работайте. И я уже работаю с июня месяца, и меня ни разу не забанил Facebook. Я на двух пакетах работаю, и каждый день по 30 комментариев пишу. 15 на один и 15 на другой аккаунт. И ни разу меня не забанил. Я сделала видео. Смотрите его внимательно. Как сделать так, чтобы вас не забанили? Немножко креативьте со своими комментариями. Не пишите один и тот же комментарий. Меняйте, придумывайте сами. И никто вас никогда не забанит. Я тоже работаю с сентября и пишу комментарии каждый день. Каждый день где-то порядка 20 комментариев. И ни разу меня никто не забанил. Так что, пожалуйста, будьте внимательны. Я могу вам прислать персонально, но вам не надо, я так понимаю, Олег. Вот. Если кому-то надо, я довольно часто выставляю в группу свое это видео. Как комментировать, чтобы вас не забанили. И сегодня Татьяна, тоже могу. Татьяна, да. ваше видео висит в рекламных постах, прямо над рекламными постами. Ссылка, ну, так тем более легко его посмотреть, найти и внимательно его посмотреть. Внимательно. И все, никто вас никогда не забанит. Спасибо. Так, есть еще вопросы или будем заканчивать уже? Добрый вечер, можно питання? Да, будь ласка. Мені цікаво, ну ви відповідаєте, може, на російській мові. Чи потрібно прив'язувати платіжну картку до пакета? Чи можливо я, наприклад, як в мене буде... Ну, повернення кешбек коштів. Чи можна я вивести на чоловікову картку, а пізніше на свою? Дякую. Да, можна на різні карточки виводити. Ви ж там, коли виводите, нажимаєте вивести і указуєте номер карточки, на яку ви виводите. Ну, желательно, чтобы еще написать мне в этом самом, что вы выводите деньги в личном сообщении. Объясню почему. Потому что если вдруг ваш... Я делаю зазор там от 3 до 5 дней вывод. В том плане, чтобы, ну, мало ли, что взломали ваш кабинет и сами на какую-то карточку выводят. Мы там чуть-чуть попозже сделаем дополнительные защиты в этом плане, но сейчас единственная защита – это задержка. То есть, когда вы нажимаете на вывод карты, то не сразу выводятся деньги, а через 3-4-5 дней. Ну, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее там получается. Ну, 3 дня это как раз дается возможность, когда вы зайдете в кабинет, вы можете зайти и посмотреть, что вдруг кто-то поставил на вывод. Вы понимаете, что это взломанный аккаунт ваш. Ну, это такая слабенькая, но защита, так будем говорить. Да, можно будет выводить на другие карточки. Еще есть вопросы?
У меня нет вопросов. Хочу поблагодарить вас за эфир и пожелать нам всем успеха. Спасибо большое. Нам всем успеха, да. Ну, тогда все, будем заканчивать. Всем...